Ребят, всем привет! Сегодня мы посмотрим 57-й эпизод, часть первая. Извините за то, что не выпускал другие эпизоды, потому что там, я понимаю, были очень жесткие события, но я... У меня, во-первых, учеба, а во-вторых, мне было лень. Ладно, давайте смотреть. Я хочу вас предупредить, мы сначала посмотрим, потом будем разбирать. Нет, ребята, я немножко приболел, поэтому если будете немного слышать мой кашель во время просмотра, извиняюсь. Вернулись, что... Там кровь была! Что? Там, когда он прорезал ему голову, там кровище было, капец. Фокбум любит число 7. В 7-м эпизоде появились агенты. В 47-м появился Титан Тимен, сражался. В 57-м Титана Спикера вернули. В 67-м мы еще пока не все знаем. Это только часть первая. Стоп. Нашего камерамена был читпак все это время. Блин, капец круто. Он показывает, что ему крышка и все. Кстати, вот эту руку он себе сам как-то присоединил. Сам еще не до конца понял, как. Да, блин, не зашли не туда. Ребят, короче, смотрим заново. Будем разбирать сейчас. Там зеленое свечение, вон там вот, зеленое свечение, и вот он, силуэт чебурека, вот он, фу-бум, появился в этом кадре, вон зеленое свечение, агенты куда-то скибидист из 65-й, вот этот, который в самом начале нас чуть ли не прибил. И сейчас тоже в самом начале. Что? Вот сейчас вот здесь вот кровь была, видели? Сейчас отмотаю. Вот. Скибидист. Прирезает его. Видите, кровище? Прям красным видно. Вот оно. Извините. Это же скибидист из этого.
из эпизода, там, где Титан Спикерман ударил его пощечиной там. Это же вот этот детектив, или как там он, я уже говорил, 62-й там тоже про детектива, понял, то, что это не детектив. Вот это детектив. Детектив, детектив, детектив. Пипиха. Вот, в этот момент то же самое. Все там заспалился с кредитами, там больше не там, на этом мы закончим наш ролик. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Да пока.